До нас прийшли дуже позитивні люди, наші гості. Так, які... люди, які піднімають настрій миколаївцям і намагаються якось їх вивести з депресії. Отож, сьогодні вас, у нас в гостях Надія Кузьменко та Дмитро Чайченко, організатори літературного вечора. Доброго вітаємо вас, доброго друзі. Ранку. Доброго ранку і дякуємо за те, що завітали, не дивлячись на ні на що, ні на ранню погоду, ні на ранній час, ні на погоду. Дійсно, ми раді вас бачити. Отож, що взагалі за захід планується? Літературний вечір. Але яка тематика, яка мета? Ну, грядущий літературник буде посвящен юмористической поэзии. Это для нас тоже ново, по правде говоря. Обычно мы таким не занимались, но мы посчитали, что у нас наш мир достаточно серьезен и хотим разнообразить, что ли, нашу обычную тематику чем-то веселым, таким жизнерадостным и легким. А обычная тематика, что это? Чаще всего мы посвящаем все-таки думам, тяжелым думам, там, философия, например, у нас да, была ранее. Да, прошлый вечер у нас был философский, до этого были еще другие тематические вечера, то есть каждый вечер характеризуется определенной тематикой. И у нас все было больше серьезное, что-то такое лирическое, а в этот раз мы решили слегка уже отступить, чтобы как-то поднять настроение, чтобы не погружаться в что-то такое серьезное. А тяжело было перестраиваться с дум, с лирики на что-то веселое? Ну, так относительно, вот тебе как? Ну, мне достаточно тяжко, потому что все-таки я обладаю достаточно своеобразным юмором, скажем так. Вот. И все-таки хочется сделать поэзию не только веселой, но еще и красивой, чтобы она соответствовала и классике, скажем так, своей формой, а содержание было достаточно легкой и позитивной. Потому для меня это сложно. Вообще литературный вечер. Кто участники? Участников довольно-таки много, примерно 15 человек, то есть больше мы делаем в этот раз уклон на музыку, потому что именно веселых песен больше, чем веселых стихотворений. Также, то есть у нас выступает двое человек из Донбасса, то есть Донецкой области, один мальчик из Донецка, другой из Краматорска. То есть один это «Черный кот», я думаю, вы уже о нем знаете, он выступал на другом еще проекте. А другой это Дима Пахомов, он вот конкретно из Донецка, они переехали сюда, здесь живут. А как вы стали организаторами литературного вечера? Почему от обычных литературщиков вы стали организаторами вечера? Достаточно тяжелый вопрос. Да. Ну, вообще, стоит сказать, что у нас зародилась эта идея вообще проведения литературных вечеров как таковых, и мы с Надей сошлись на мысли, что мы хотим популяризировать поэзию и литературу в целом. Ну и самый верный метод, помимо выпуска сборников стихов и прозы, надо проводить какие-то вечера или просто, ну, как это популярно нынче говорить, сходки, вот. Это самый эффективный метод, потому что к нам будет приходить публика, будет слушать поэзию, будет слушать как новаторов, так и классиков, вообще самую разнообразную, то есть кто-то любит Верлибры, кто-то, как я, любит Маяковского, кто-то любит Пушкина, кто-то Шевченко. Да. А тяжело было привлекать людей? Привлекать людей, ну, это довольно такое задание, довольно сложное, не из легких, но... У нас все-таки это потихоньку получается. Наш проект существует с начала января, и мы потихоньку развиваемся, посмотрим, как будет дальше. За этот период, с января, сколько уже было организовано вечеров? Это будет шестой. То есть в месяц хотя бы два вечера, да? Два литературника, да. Раз в 2-3 недели. Ориентировочно по пятницам мы... А участники в основном одни и те же или меняются? Каждый раз кто-то новый появляется. То есть добавляются, но да, не абсолютно. Да, кто-то отнимается, как говорится, кто-то добавляется, потому что кто-то, может, не сможет, кому-то тематика, может быть, недоступна. Для создания литературного вечера, наверное, огромный колоссальный труд прилагается. Как вы успеваете два вечера в один месяц? Пишем сценарии, прежде всего, готовимся, выбираем стихотворение, проводим репетиции. В принципе, скажем так, ничего нового, но этого достаточно для того, чтобы провести успешный литвечер. То есть, если есть репетиции, я так понимаю, что это не экспромтом, когда только ведущие знают, что же будет по ходу действия, а это уже как бы такой концерт, который вы предоставляете зрителю, готовый продукт. Да, уже, да? И репетиция для нас не просто как бы репетиция, а также и повод больше узнать друг друга, познакомиться, узнать, кто чем увлекается. То есть, это все переходит просто в дружескую, как Дима уже говорил, сходку.
То есть, скажем так, для того, чтобы на литературном вечере выглядело так по-дружески, нужно все-таки подружиться по-настоящему. Да. А вообще, я как бы думал, что вы вообще этот вечер, когда проводится один вечер, второй, нет ли желания объединиться в какое-то литературное объединение, вот общее, что, и про свое литературное объединение, вот можете рассказать? Ну, скажем тоже... так, выдающие черты, что вот особенного в вашем литературном объединении? Конкретно у нас особенной, скажем так, новаторской даже идеей была предложена рубрика «Угадай поэта», которую, собственно, веду и пишу я. Угу. Вот. А можно подробнее, состоит, что за рубрика? Состоит она в том, что я нахожу какого-то поэта, известного или нет, это не совсем важно. Собираю его биографические данные, пишу о нем краткое содержание от первого лица. То есть я как бы вхожу в роль этого поэта, я в его шкуру втираюсь, скажем так. Вот. И в конце, после того, как я рассказываю его краткую биографию, я читаю его стихотворение, потому что все-таки поэта проще узнавать по стихам. Вот. И, ну, это всегда у нас в начале литературного вечера происходит. Это, скажем так, настраивает публику на... Интригует. Да, интригует и задает какой-то тон и настроение определенное. То есть, если тоже была философская тематика, я взял философию. Была морская тематика, я взял связанное с морем, такой мариниста. Вот, то есть, это достаточно интересно, я считаю. Нам бы тоже хотелось немножко поддержать тоны и настроение, да. Сделать небольшую музыкальную паузу. Друзі, ми продовжуємо. Для тих, хто щойно до нас долучився, я нагадую, що у нас в ефірі гості. Організатори літературного вечора. Ми вже з тобою синхронно скоро почнемо вести просто ефіри. Ми сиділи під час кліпу, синхронно тут розмовляли. Будемо як один ведучий, два в одному. Друзі, знаєте, говорити про поета, як вже процитую Дмитра, говорити про поета і не прочитати його поезію, або взагалі не прочитати поезію, це нереально. Отож... А також нам би хотілося відчути себе як на літературному вечорі. Так, проанонсуйте, скажімо так, нам і нашим телеглядачам. Реально? Да. Тоді, я так розумію, Надія буде, так? Да. Тоді ми поискаємо в долоні, просимо, так. А я хочу прочитати тоді Семена Кирсанова «Любовь математика». Расчлененные в скобках подробно, эти формулы явно мертвы. Узнаю, это линия вы, это вы, Катерина Петровна. Жизнь прочерчена узким углом, в 30 градусов пущен уклон, и разорван надвое я вами, о бисектриса моя. Знаки смерти на тайном лице, угол глаз, хорды рта, рассеки, это ж имя мое, АБЦ, Александр Борисович Сухих. И когда я изогнут дугой, неизвестной точкой маня, вы проходите дальний такой, по касательной мимо меня. Вот бок о бок поставлены мы над пюпитрами школьных недель. Только двум параллельным прямым не сойтись никогда и нигде. Браво! Чётко, да. Я одразу відчула себе у школі, згадала усіх своїх вчителів математики. Я теж. Одразу згадала контрольну по геометрії у 11 класі. Чомусь так нахлинуло. Наболіло. Виринуло. Друзі, де буде відбуватися ця подія? Давайте проанонсуємо нашим телеглядачам дату, час. Щоб вони могли прийти, тому що ви їх зацікавили, зачепили на гачок. 11 числа цього місяця. Понедельник. В понедельник, да, на этот раз. Несмотря, что день тяжелый. Да, несмотря, что день ведь тяжелый. Зато выходной, к тому же разбавленный юмором. В Рок-Хате. Декабристов 38/1.
То есть на Декабриста 38/1, 11 мая, во сколько? 6 часов. 6 часов. Наверное. Друзья, если есть желание, а я уверен, у вас есть желание, приходите. Я думаю, что Надя будет исполнять еще не одно такое стихотворение. Я ведущая вообще. Ну вот. Поэтому я думаю, что я лично тоже хотел бы поприсутствовать. Благодарю Надю за то, что она проанонсировала мне еще заранее, пригласила. Поэтому спасибо большое. Кстати, есть такой еще момент. Надя у нас еще изготовляет бабочки, поэтому она для мероприятия очень часто мне делает бабочки. Я смотрю, ты сегодня тоже в своей, да? Так что вот так, мастерица. Авторская работа. Мастерица, как видим. Друзья, вообще вот, знаете, напоследок еще хотелось бы такой вопрос задать. Вы в литературе как давно и вообще как пришли к литературе? Когда поняли, что математика – это не наш. Что бисектриса, да? Да. Бисектриса – это не мое. Ну, примерно хотя бы в каком возрасте уже осознанно начали писать свои стихотворения уже? Лично я лет с 5, наверное. Ну, вот именно осознанно – это, наверное, уже с 2014 года. Угу. Вот как? Ну, как сказать… Если Надежда лет с 5, то я больше запоздала лет на 5. Я где-то в 10 лет написал свое первое стихотворение, потом отложил вообще весь свой талант в далекую, скажем так, полочку, и где-то в августе прошлого года обратно достал вместе с ручкой тетрадь и начал писать, находить себя, стиль, мысли излагать на бумагу. Ну, выходит, я примерно полгода активно пишу. Ребята, вот мне бы хотелось узнать, вот Надя уже точно сказала, что математика это не ее, и она решила заняться литературой. Хотелось бы спросить у нашего второго гостя, как он относится к математике, потому что есть такой миф, что гуманитарии плохие математики. Ну, я действительно плохой математик, сказать по правде. Здесь собрались плохие математики. Хорошие гуманитарии. Клуб анонимных, да, клуб анонимных гуманитариев. Почему анонимных? Достаточно открытых. Ну, лично я на втором курсе на переводчика учусь германских языков. Вот так. Все-таки серьезно? Все, да, все гуманитарии. Поэтому спасибо вам большое. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что несмотря... У Димы вообще как бы талант вызревал, и сейчас нахлынуло, да, Надя как бы пробовала и раньше. Спасибо вам за то, что вы пробуете, за то, что реализовываете свои идеи. За то, что дарите положительные эмоции николаевцам, потому что это очень сейчас важно и очень нужно. Спасибо вам, ребята. Да, и спасибо за то, что объединяете молодежь в такие хорошие цели. Спасибо вам большое. Еще раз проанонсирую нашим телезрителям, что 11 мая в Рок-Хате в 6 часов вы можете прийти и посмотреть этот литературный вечер. Немножко расслабиться и отвлечься от всего. Вход, я понимаю, правильно, платный или бесплатный? Бесплатный. Тем более есть повод прийти. Спасибо вам. Не сидеть на диване, а расслабиться и поднять себе настроение. Спасибо вам большое, ребята.